Ах, вы паразиты! Это вы украли мою машину? На! Получай на тебя в костер! Ух ты, ё! И тебе контроль... Че за удары, я не пойму. Подохли сами. Keep an eye on the car. Ух ты, как вас тут много, я думал, ты тут один. А вон тут еще один. Получи, фашист. Граната. На-на, ёпта. Да подожди, тебе достанется. Ножка зацепилась. Бывает. А, вот и моя цель. Не успел. Сейчас дубль два. Ёпта, я думал, я сдох. Ух ты, его. А в реале башку точно оторвал. Опа. А сейчас, леди и джентльмены, будет фокус-покус. Главное не обосраться. Фокус-покус удался. Мне кажется, или там обрыв? И все же мне кажется. Мне не кажется, там обрыв. Пронесло. Надо пса забрать. А где ты? И где собака? Какой Динки Диж зе лайф? Ничего, невидимкой стал? Ничего нет уж. Где собака? Только не видишь, он посадит. Призрак, ёпта. Я думал, ты мне дорогу покажешь. Ну что-то у ежика спросить. Туда-сюда катается. Он явно хочет мне показать дорогу. You feel nimble, there's a dangerous hidden pathway, which might give you a bit of an edge in the carnage. Машину хотел у меня отжать. Сдохни. Че за... Ты че? Я ж тебя один раз ударил. А вот и друзья идут добивать. Ну, как я и думал. А вы какие... Опа. Смотрите, идеальная подвеска. В Жигулях такого не увидишь. Угу, да-да. Просто шик. О, тут можно даже залезть под нее. Бочки, бочки, надо бочки подрывать. Не-е-е, получи, фашист. Одни фашисты вокруг. Как тебя колбасит. На карусели. Карусель, карусель. Начинаем показ. Их, фейерверки. Заглядение. Это то чувство, когда вы просыпаетесь 1 января утром. Вы просто не можете встать или поднять голову. Когда все-таки ее поднимаете, вы понимаете, что уже 2 января. Вот так и у него. Иди сюда, покатаю тебя бесплатно.
Вот так это. Поешь песочка. Лёд как-то не отрывается ни хрена. Вообще не отрывающийся. А? Чё? А? Горлан? Ага, да-да, нужен. Да-да-да, нужен. Сейчас ты покричишь. Вот это я понимаю, покричал. Мужик, ты умираешь? Или пытаешься закопаться в песок, чтобы было холоднее? Не понял, это чё за подстава? Неожиданно. Понабегали тут. Всякие. Хоп. Маневр. Анна. Главное разделить. Потом по очереди натыкать. Нихера себе тыкнул. Они аж исчезли. Причем оба. Главное одного добить. А второй сам сдохнет. Так, нормально. В этой игре главное беречь патроны. Патроны здесь на вид золота. Поэтому надо выдумывать такие бабахи. Он уже засвистел. О, нашел второго клиента на карусели. И поехали, давай. Ты чё такой толстый, ё-моё, аж машину выкидываешь. Ни хрена себе, кто кого ещё каруселит. Ли он меня, ли я его. Ёлки-моталки. Да ну тебя нахрен. Врун. Ух, ё-моё. Не ожидали? Я сам не ожидал. Слышь, горлопан, у тебя там кукан не горит? Похоже, горит. Зажёгся на свете. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока.